Привет, парни. Ну вот и настает время X. Сегодня Кубок Брянска, Кубок Брянской области по лоудлифтерам. Едем мы вдвоем. В этом году еще ни разу не тренировался. Там не знаю, что, чего и как. Повадки навязаны, кормушки приготовлены, корм приготовлен. Все сделано для того, чтобы выступить достойно. Вперед! Игорь Игоревич? Да ладно, 0,3, все нормально. Пусть будет. Ну, да, я не хорошо. Блин, уже нет, передумал. Я подумал, неохота мне как-то. Ну вы прямо меняете свои. Нет, это изюм дубом. Изюм. Снял, да? Ну да. Глупости. Отлично, все, взяли. А здесь это веб. Документалистика наша, все. Да. Отлично. Это так, круто. Ребята, еще раз всем говорю. Всех порвать бы. О, нормально. 26 19. А в 9 часов вход. В озеро как озеро. Не, у меня вы, мне недалеко. Без крючковяза, старовер. Как? Вот если бы не дядя Женя, это дип. Я бы это как кубок валу его не выиграл. Да ловите, вот это мой сектор, понимаете, я здесь должен ловить, вот это мой сектор. Вот. А у я каждого... тут всю жизнь ловлю. Да я понимаю, да я ловлю себели, мне не нужна ваша рыба, я себели ловлю, у нас соревнования официальные. Себель тут не ловит, тут только плотва ловит. Вы понимаете, о чем я говорю? Нет, туда, доброе ладно, утро. Ловите. Только прикормите. Наоборот, придете. Вечером приходите, тут корма будет. Только с утра до 8 часов льет. Так, сегодня мы проводим открытый кубок Брянской области по ловле донной удочкой. Ура! Аплодисменты. Последнее соревнование у нас в этом году по фидерной ловле. Я думаю, заключительное соревнование пройдет также хорошо, а может быть даже... Регламент чистить. Разрешение. Я читаю. Я разрешаю. Сектора чистить. Курить знаете с разрешения судей? Да, курить выходим с разрешения судей. Нет, так же самое. А передние ноги платформы воды можно ставить? Зачем? Уже там воды. Там совсем плохо. Ну, все же не знают. Ну, ты первый раз. Урезал или что? Урезал. Урезал воды. Одна. Ты смотри, какой судья, а тут 2-2-8 выпишет. Так, ну если вопросов нет, то можно двигаться к вторам. Спасибо, Олег. И готов 9 часов. Да, 9 часов. Не видно нихуя. Килограмм черный лещ. Черный лещ. Я попрошу очки его снять. Не-не, на машине нет. Вот, сверху, смотри, там дорога сверху. Вот, где Витя, видишь, стоит. Вот машина стоит, вот машина стоит. Что ж мне с дедушкой с этим делать? Дедушке как бы пофигу. Будем ловить с ним тандемом. Ребята, объясните, вот удочка стоит полметра глубина, карп ковыряется, как этот самый, как поросенок, качает поплавок, а не берется. Вот на что его ловить? Ебло дело. А собака молодец, всегда рыбу ловит, всегда. 2-3 подлещика всегда поймут. Собака рыбу ловит? Да, собака ловит рыбу, заплывает метра на 50. Макс, ты понял, уяснил? Тут рыбу ловит собака. Короче, надо заводить помощников, блин. Мужик, он сумку всегда лещей носит. А ты что, без собаки, что ли? Я сегодня, да, без собаки. Да, да таких по 2 килограмма лещи. Понял, ё-моё, Мак, по 2 килограмма лещи. Смотри, с собакой. Как ловит. Собака ловит, лучше вас. Хорошо, я тут-то траву. Утром там. Вон клюет, ё-моё. А ты червя, ты попробуй пенопласт насаживать, чё ж ты? Кормушка дорого, да.
9 вчера сидел. А знаешь, что один? Кто? 9. Кто же? Нет. Он заинтриговал. Ну, он не знаю, он там как-то вытащил его. Да. Все бабки просал. Все, кон такой был. Сегодня выпал второй сектор рядом с Лешей Игнатенком, с которым ловил вчера в зоне Б. Расслабляться ни в коем случае нельзя. Нужно удержать третье место, а там может быть как-нибудь вперед. Нет, мы с ним вместе брали. А князь у Тима. А князь не знаю. Еще моя платформа, пацаны. Охренеть. Счастливо. Уже у ребят у смоленских. Счастливая платформа. Вот, блин, нахер я продавал. Один мотыль щелком, и он высасывает его. А куда тебе? Подруги. Откуда, блядь? Я не умею ловить. Да ладно, вчера. Полтора часа мне нефиг. Херячил. Смотри, я буду ловить. Всю ночь уже готов, блин. Виталий. Ну да. Он сказал, что она сука. А я знаю, блядь, кормуш какие, блядь. Ну, она вот. А Олежка всегда везде уклейку ловит? Я так и думаю. Не, не надо целовать. Да дисциплины нет, блядь, целую. Надо что-то сказать. Да? Из кафе класть. Получил удовольствие. А? Так мы начинаем. Так кончился в Подбрянской области. По ловле донной удочкой.
Так, хотелось начать с личников с наших. Да. Ребята участвовали, я так понимаю, первый раз, да, Макс? Некоторые да, кто-то нет. Вот, хотелось бы отдельно отметить двух личников, двух ребят. Наумова Алексея и Уханова Александра. Заняли ребята, к сожалению, 25-е и 26-е место, соответственно. Но для них спонсоры подготовили... от компании «Деснянские зори». Каждому по два пакета. Утешительные портки, призы. Сейчас, стойте, стойте. Я от компании «Дунаев». По пакету три портки тоже. Аплодисменты, ребятам! Будущие чемпионы! Одним из наших спонсоров магазин Carp Travel учредил приз за самую большую рыбу. Победителем в номинации Big Fish становится Петров Дмитрий. Поймал леща на 835 грамм. Баут, отдай, отстань. Хрен ему. Да ладно, отдавай. Сертификат. Награждается подарочным сертификатом от магазина Carp Travel на сумму 3000 рублей. Поздравляем. И памятным... памятной статуэткой от Федерации рыболовного спорта Брянской области. Да, нормально, спасибо. В личном зачете так называемая деревянная медаль. Деревянную медаль сегодня получает Моисеенков Денис Вячеславович. Четвертое место. И от магазина Carp Travel также подарок. День тренируйся. Вася тебе покажет, где у вас живет. А это теперь надо размотать еще. Итак, переходим к победителям. Победным номинациям. Итак, третье место в личном зачете на Кубке Брянской области по ловле донной удочкой 2018 года становится Киселев Сергей Анатольевич. Розовый призер. Аплодисменты. Награждается бронзовой медалью и памятным кубком. Конечно. Сереж? Я подожду. Давай, да. Спасибо. Повыше подними. Молодец. Награждается медалью и памятным кубком. Обладателем кубка Брянской области по ловле донной удочкой 2018 года становится Нежлученко Олег Юрьевич. Аплодисменты. Молодец. Держаем тебя. Спасибо. Держи кубок. Спасибо. Поздравляю. Награждается последнее Уханов место. Александр Николаевич. 26 место занял человек. И так, и сяк, так он вообще в призах сегодня уедет отсюда. Да, за то, что ты ее не ловил. Ну, может быть, просто у тебя не было вкусной прикормки. Теперь она у тебя будет. Красавчик, ура! Человек, да, не побоялся, приехал. А мы переходим к награждению в командном зачете. Третье место. Бронзовая медаль в командном зачете. Алексей Черкасов Артем. Аплодисменты. Также от наших спонсоров, компании «Дунаев» и компании «Деснянские зори», с вам призы. Ну давай. Вот сюда, ребят.
Нет, мне скажут, что я привез. Отлично. А далеко не уходите, да? Аплодисменты бронзовым призерам. Сейчас вместе вас всех. Не зря бензин спалили. Да, главное, что не первое. А то вчера губу раскатали. Мы не хотели. Так получилось. От компании «Дунаев» каждому участнику немножко. И компания «Деснянской Зори». Везите в Смоленск, похвастайтесь. О, фракция ровненькая. Да, она очень ровненькая. 15. Золотым призером. Золотом вас покроем. Одни золоты. Спасибо. Золотенькие вы наши. Поздравляю. Ром. От компании «Дунаев». Хороший прикормки, хоть попробуйте, парни. Ой, спасибо. Давай скорее, давай. От компании «22-850». Еще лучше. Отлично. Ровненькой фракции. Ровнее не бывает. И давайте на общие фокусы, правильно, хорошая идея, а то все стоят. Пустые еще поднимают. Блин, наполнены. Да, сегодня, видите, самое большое удовольствие от рыбалки получил мой брат сегодня. Он ловил настоящую рыбу. А я думал, что ты рад мимо того, что я поймал. Нет, да. Вот, ловил леща и поймал леща. Вот, а я два тура боролся с уклейкой. Как в силу своих, да, способностей. Но тем не менее, что-то ковырял там. Заело. Отбили. Седьмое место в командном зачете. Команда «Вегас». Капитан Поляков Дмитрий Михайлович. От компании «Дунаев». Набор прикормок. Набор прикормок. Пацаны, ловите рыбу, не бойтесь выступать. Страшного в этом ничего нет. И восьмое место в командном зачете. Команда «Десна F2». Капитан команды Синяков Алексей Викторович. Ура! Капитан «Чайки». Специальный приз. Прикормка от компании «Дунаев» и «Деснянские Зори». Лучшие. Но это лещ, Леш, это не чайки. Большой приз самому молодому участнику. Моисеенков Денис Вячеславович. Нет, снова! Также от компании «Дунаев» тебе изумительную прикормку. Я знаю, о, вот это лучше. «Деснянские Зори» бери, бери больше, а «Дунаев» отдай кому-нибудь. Считается закрытым. Попрошу всех на общую фотографию. Призеры, да, впереди, общая фото. Остальные участники сзади. Призеры, а вдруг? Где рыба? Где обычно? Где рыба? Туда. Вот ты, а теперь все кричим «Сиськи!» Ура! И еще разок. Ура! Сиськи! Ура, сиськи! Соревнования прошли нормально. Претензий судьям не было. Ловили плею. Да, ловили все, никому не обидно. Без рыбы никто не остался. Бывают соревнования, где даже и рыбы не ловят. А здесь нормально. Всем благ, всем здоровья. Встретимся на следующих соревнованиях. Все, пока. Расхапываете? Да. Нахапали. Карася пойдем. Захапывать. На карася пойдем. Ты какие-то рюмки его наливаешь, у него даже не дошло еще, блядь. А теперь нахер оттуда уйдет. Спасибо организаторам судьи. Хотел же поставить палку и снимать. Так он сидит на этом как раз. Бонусы.